Ножик быстрее будет. Коли ножик сильный, острый. Что, на лимон им режет? Тут, наверное, пиздец компактный. Знаешь, мне Black Mirror 5 напоминает уже коробочка такая маленькая. Реально, Black Mirror 5. А этот сколько? 49,50. Тоже бюджетник, типа. Да. Потому что я жду твоего этого. Чего? Как его? А тут еще даже силиконовый тоже чехол. Не ZTE-шку, а эту. Которая мини. Да, M3 мини. Мышка. А что, она прикольненькая? Так у него... А, у него, кстати, батарея встроенная. 2200. Валом. А, видишь, все с одной стороны, да, тоже. А, просто две как кнопки, видишь, плюс-минус. Никакой качельки нет. Так он. Крышечка такая, ничего. По себе он... у него тут Gorilla Glass 3 стоит. Темно. В описании. Так что по показателям, единственное, камера у него чуть-чуть хуже, чем у того. А, это будем фоткать на камеру. А, вот видишь, даже написано. Quad-core, 5 мегапикселей максимально. 13, опять 13, 1.8, 2.2, батарея Android 6.0. А, так это уже должно шестерки. Никто не проверял, да, тут? Тупо с завода, да? Было прийти, не знаю, может. Пленка тут поклеена, да, я так понял? Ну да, что-то бликует. Ну, не все. Wi-Fi ловит. Пускаем. Я не знаю, но он как-то так поинтереснее, чем Blackview выглядит. Интересный смысл. Ну, по дизайну. Блять. Графический ключ. Ну, взору, блядь. Взор. Тут видишь только с этим. Не, ну там уже вроде было пропустить, не? Нет. Я помню, что в своем настрял, так как-то и отказался вообще от всего. Так. Вон шестерный дроид видно сразу. Так, а ну. Блять, сука. А куда? Хоум. А вот меню, да? А как эти? А, вот виджеты, да? Не. А что ты хотел? Это ты настройки где, блин? Сообщение. Браузер. Не, настройки, походу, должны быть тут, на ну, да, еще стартовом здесь. Экране. Вот так настройки показались. Ну, видишь, сразу трун-трун-трун. Это что за БСВ? Это комп... А, телевизор. ТВшки, да, понаходил какие-то? Wi-Fi есть. Сим-карта, так, приложение, дата и время.
Так, настройки. Да нет, тут они точно не будут. Ну, вот так. Да? Да. Блять, сука, ну нахуй ты вот, блять, мне. Настройки появилось. Что мне надо было? А, звук, звук, сейчас еще. Да в нем где динамик, типа сзади или внизу? Знаешь, с чем немножко хреново, когда две качельки, да, надо? Да это ж кто к чему привык. Так, звонок есть, а камера давай сейчас. Тоже таки довольно неплохо, да, фоткает? Ну, на передней они слегка мрачноватенько. Ну, из-за того, что сзади контровый, этот... Контровый, да. А ну, настройки на рабочий стол выводим. Так, что еще я не проверял? Вибро есть, звук есть, Wi-Fi есть. Что еще мог я не... А, перед от галереи. Он поворот, походу, был. А, смотри, сейчас какой-то... А, это кубки. Я думаю, что за хуйня сзади, знаешь? Какие-то покемоны, блядь. Поворот есть. Ну, походу, все, да? А где настройки делись? Они не влезли там, походу. Нет, там часы обычно здоровые по высоте. Там они там все. Тащи их на второй экран. А, сейчас где этот безопасность, да? Сниму пароль. Нету, да? А, что, без этого? Включиться и выключить, надо разблокировать? Или это будет тупая блокировка? Ну, безопасность. А тут только видишь текущий способ блокировки. Нет. Трын-трын. А тут получается либо так, и все, да? А что, хотел пин-код типа или что? Да. Зачем? Это должен быть. Все, да? Походу, уже потом буду тестировать как. А эти... А, давай сейчас посмотришь там в середине. Да, выключу. Ну так крышечка так прикольная, да? Не, он такой аккуратненький. Угу. Блядь, сука. А, смотри, как на БВ. Blackview БВ. Ну тут датчик приближения есть. А крышка как на Blackview БВ 2000. Как хуёвая, знаешь, блядь, вместе с крыши, с кнопками снимается. Блин, сука, тоже закрыл. Ты ёбаный ты насрать, блядь. Блять, такие, сука, крышки ненавижу, блядь. Хуй, блядь, снимешь, нахуй. О, блядь. Видишь? Карта. Ну так вставляется. Не, батарейка. А вот тут вот так, да, все. Подожди, это. Батарейка несъемная. Встроенная. Ну что, сколько она показана? 2200 где-то мой писать. И все вот эти.
если этот, как карты миг.